утомимый человек по своей энергии кипучей. Ну, вообще на Западе они работают очень много. Mi han detto che domani Nina vi fate sposa ed io vi canto ancora la serenata. Là nella valle ombrosa, là nei deserti piani, hello, cantata. Oh, quante volte l'ho ricantata. Accanto. Aspetta. Io ti sto sempre accanto, foglia di rosa. Feste, sorrisi e fiori, ne penserete ai nostri vecchi amori. Ma sempre giorno e notte, piena di passione, verrà gemendo a voi la mia canzone. В своем интервью немецкому телевидению, австрийскому телевидению, он, во-первых, он является австрийским почетным камерзингер. Как ваш друг Владимир Атланта. Да. Вот. И они его так и представляют, как австрийского камерзингера. И он говорит о том, что, значит, он поет в концертах, поэтому, вот, видимо, было немножко удивительно для наших слушателей, что в Большом театре он пел в основном песни и романсы композиторов, арии композиторов где-то 16-18 веков. Там что-то такое у него, по-моему, проскочило в программе. Он сказал, что я арии под рояль не пою. Поэтому свои концерты в концертном исполнении он использует только песни. Романсы. Palpiti dei sospire, e valei che mi
dire. Conforta nell'amore,